Активисты волонтерского центра «Единая Россия» по оказанию помощи жителям округа в связи с пандемией коронавирусной инфекции ежедневно контролируют соблюдение масочного режима. В зоне особого внимания общественный транспорт. Голицыно волонтеры провели проверку на привокзальной площади, железнодорожной платформе и автобусной остановке. Бесплатно раздали всем желающим средства индивидуальной защиты. Ежедневные рейды будут продолжены.